Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! У нас сегодня очередной супер-обзор на крутого персонажа! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Итак, ребяшки, пишите в комментариях, кто же это будет? Кто этот счастливчик крутой с двумя массовыми атаками, ребята? А любитель кофе? Хо-хо-хо, эспрессо всем! Это Донни Классика! Да, Донни классический, ребята, зеленый с палкой Бо! Да, у него есть две массовые атаки и есть 7 мощное ядро. Отлично, ребята, будем испытывать его супер прелести на всех персонажей и посмотрим, насколько крут он будет. А я думаю, он мега крут. Ребята, пишите в комментариях, пройдет ли Донни до Кренга Прайма, победит ли его, а если вы хотите Донни платинового 100 уровня или прокачать свой аккаунт по максимуму кучу баксов, получить себе мутагенчика всех персонажей Супер Шреддера, например, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Ну что ж, а мы заряжаем ядро и атака! 15 тысяч! Нет, 10 всего, ребята, 10! Донни классический практически по навагу равен Донни обычному из мультика. Да, вот такие вот они, Донателлы. Кстати говоря, кто не видел обзорчик на Донни из мультика, вчера вышел видосик, смотрите и наслаждайтесь процессом. Он себя прекрасно проявил, так что, ребятушки, обратите на него внимание. Да-да-да-да-да. А мы сейчас будем двумя массовыми атаками просто молниеносно проходить все волны. Раз волна, и вторую мы также на изи с помощью нашего кофейка пройдем. Вообще шикарно. Кстати говоря, у нас что за пассивочка у Донни? Он повышает себе защиту. Шикарно. И скорость атаки, насколько я понимаю, после эспрессо. После эспрессо. Вот так вот. А первая атака вешает какие-нибудь положительные бафы на нашу? Наверняка нужно это будет посмотреть, изучить, но пока что мы ее практически и не использовали. Да, когда нам ее использовать, если у нас две массовых атаки и ядро? Вот оно как раз. Да, и 9500 оно наносит. Из другого измерения недаром прилетает. Да-да-да, такое огромное и непобедимое, ребята. Ну что? Из прошлого появляется. Ха-ха. Идем к Шреддеру, покажем ему наше ядро, а пока что посмотрим, кстати говоря, давай посмотрим, что первая атака нам делает. Давай. Когда-нибудь ее используем, в любом случае. Так, итак, первая атака, какие бафы накладывает? Итак, у нас есть опустошение шкалы фокуса, если цель относится к классу Дон. А, понятно, это уже, кстати говоря, классические черепашки вместе с криминальными появились, и уже у них вот такие вот пошли не очень приятные бафы. Не очень приятные первые способности, но зато вот защита, пассивочка, это круто. Да, это шикарно, ребята, защита это прям большой бонус. Ну что, Шреддер, ты готов к ядру? Готов заядриться. Хе-хей. Ну что ж, давай, Донни, покажи Шреддеру тысячи, ну 9 точно, 8 должен выбить, да? Ну давай, жги, дружище. Давай, ядро в студию. Бам, 9400 и Шреддера нет. Ребята, Шреддер повержен, ядро нанесло ему неизгладимый дамаг. Итак, победа у нас, и мы движемся дальше. Отправляемся в лесочек по грибочке, ребятки, будем там ядрить, колотить. Это точно. Так, ну что же, первая волна, и здесь спокойно сейчас мы запустим наш... Ах, наш вертолет. Андроид. Андроид. Дрон, ребята, с маленькими ядрышками. Маленькие ядрышки, да. У нас Донни метатель ядра. Любитель ядер и кофе. Так. А кофе сейчас как раз будет кстати. Итак, кофе с грибами. Кофе с грибами? Это куда-то во Францию, мне кажется, ребята. А мы отправляемся к огромному одноглазому Джо. Вот он сидит, грустит или спит. И сейчас прям в глаз ему зарядим ядро. Заядрим его.
заядрим Джо и отправим его отдыхать дальше. Итак, выстрел, атака, 10700. Вот это дамаг, ребята, вот это я понимаю мощь. Мощнейшая атака и победа, конечно же. И отправляемся к нашим любимым големчикам. А их мы, кстати говоря, можем на изи разнести одной из массовых атак. Насколько мне кажется. Или две массовые атаки, пройдем быстро две волны, а там по одной атаке каждому. Давай, так и сделаем. Две массовых атаки, быстренько проходим пятую главу. И, ох ты, смотри, остался ты один. Представляешь, живучий какой. Один остался, опустошение фокуса ему. Бам! Нет. Не, он же не класса дух. Да, я видел, я просто пошутил. Ну, хочется, знаешь, как-то, чтобы какое-то еще дополнительное преимущество. Приободриться, да, хоть как-то? Да! Так, ну что же, эспрессо! Я надеюсь, эта атака с одного удара вынесет, да? Это, конечно, ребята, одна из мощнейших атак, и мы отправляемся к големчикам, к братьям. И для одного из них мы припасли ядрышко. Ядрышко. А у нас, кстати говоря, сколько там кулдаун на наших массовых атаках? Возможно, и массовая атака одна восстановится после ядра. Может быть. Я думаю, что у одной там 4, у другой 5, или 3 и 5, и 3 и 4. Ну, посмотрим, ребята, посмотрим. Давайте взглянем на этот процесс. Итак, всего лишь нужно подождать одну атаку, и будет массовая готова. То есть, получается, 3 хода, да? Да, 3 хода кулдаун. Это хорошо. И причем с одного удара мы вынесли огненного голема. А как же без одного удара? Ребята, ядро очень мощное, а голем, ну, слабоват, скажем так. Так, ну что же, а теперь полетит вверх наша... Ох, ты смотри, не такая уж и мощная эта массовая атака оказалась. Но она меткость понижает, она, и поэтому у нее и кулдаун такой небольшой. Шикарно, ребята, добиваем обычной атакой, отправляемся в сложные главы. Шестая глава, Верховный Крэнк, Ирма. Но, конечно же, перед этим нам придется встретиться с Пики Ю, маленькими назойливыми крэнгами, которые так и норовят наложить на нас кучу дебафов. Ну что ж, Ирма, берегись, к тебе идет любитель кофе. И вертушек. И ядер. И ядер. Ха-ха! Ну что ж, эспрессо или обычно? Надо было эспрессо. Не, эспрессо на второй волне. О, ну здесь меткость понизил, так что они сейчас будут промахиваться, косить, мутить. Ну ладно, пусть тогда мажут. Главное, чтобы дебафы не накладывали. Ах ты ж, знаете, заблокировали способности. Способности заблокировали, ребята. Нам бы здесь эспрессо, кстати говоря, не помешало. Ну ладно, по одному вынесем. О, опустошение, наконец-то сработало, ребята. Но опустошать уже было некого. А он серенький, и поэтому на нем и срабатывает это опустошение. Кстати говоря, сейчас еще одна атака, вернее, еще две атаки. Так, подожди, на сереньком срабатывает, значит, Крэнк Прайм у нас будет... Опустошаться? Да ладно, здесь два сереньких было, что ли? Ну вот, слева серенький еще. Ага, ну-ка давай попробуем его задаважить. Пам! Шикарно, опустошение не прошло, кстати говоря. Кстати говоря, можно массовую атаку еще одну даже использовать, почему бы и нет? Вот так вот, она восстановилась, ребята, и это большой бонус, что такой маленький кулдаун хотя бы у одной массовой атаки. И у нас вторая волна, здесь мы, конечно же, уже применим эспрессо. Эспрессо, ребята, и отправляемся, мне кажется, прямиком к Ирме. Ну-ка... А нет, оказалось, что не так все легко и просто, но все равно защита, нормально. Ребята, защита у нас самое главное есть, а это значит, они нанесут нам какого-то критического дамага. Главное, чтобы дебафы не повесили, сейчас вот атаку понизил. Эх, да. Атаку понизил, ты смотри, какой мерзопакостный. Хитер бобер, а? Да, ребята, вот это. Интересно, вот... на сколько ходов? Надеюсь, на 2, а не на 3. Да, да, на 2 хода. На 2 хода. Пропало, ребята, понижение атаки, и Ирмочке сейчас прилетит по полной. Ну, держи. Достанется Ирме 100%. Держись, Ирмочка. Донни сейчас тебе даст залп. Так, ну что же. Атака. Ага, пам. Уже атакует. Единичка всего лишь. Ай-яй-яй. Пам! Две единички, ребята, она так полжизни может нас дамажить. Согласен, но у нас защита дает о себе знать, и ядро прилетает ей прям в маленького крэнга. Так, 5400, да? Что-то слабо было от ядра дамага. Слабо, согласен. И как-то не внушает это доверие. 1600? Ну, слушай, я верю в Донни. Давай, Донни! 2000 нанесла, кстати говоря, атака. Мимо. Обычная. И, кстати, можно использовать наверняка уже эспрессо, нет? Нет, не эспрессо, наверное, еще не восстановилось. А, наверное, не восстановилось, да. А, восстановилось. Ну, давай эспрессо, оно неплохо заходит.
И бабах! 4500. 4500, уже лучше, ребята. И надо один раз так точно прям палочкой приложить. Приложимся, сейчас приложимся как следует. Опа, шикарно, 2000 дамага, Ирма повержена, ребята, и это значит, что мы отправляемся на Кренга Прайма. Именно к нему мы идем в гости во всей красе. Но нам нужно справиться с хиллерами, а потом с дебаферами, и это большущая-большущая проблема. Хотя у нас две массовых атаки, я думаю, что с хиллерами надо, может быть... С эспрессо. С эспрессо, а потом дебаферы. Или здесь ядро, и они подлечатся. Давай сначала обычную массовую атаку, а потом еще и эспрессо. Или два раза обычную массовую используем. Посмотрим, меткость понизили. Так, 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 но хил сейчас пойдет, ребята. Ну, у нас три хода кулдаун, кстати говоря. Да, небольшой кулдаун. Так, 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 и ай-яй-яй-яй, все вылечились, ребята, все да, вылечились. Да, полностью выздоравливают они. Ну, давай еще одну массовую атаку, мы ничем не жертвуем. В принципе, посмотрим просто, насколько... О, да ладно, ребята, вот это да, вот это мы здесь прогадали. Слушай, он не лечится. Не лечится, а этот вот лечится. Вот все это да, все подлечились, и мы просто пролетели конкретно. Да, но зато вытащили все хилы, которые они обладают. Ну, слушай, у Маузера кулдаун у хила один или два хода, я честно не помню даже. Да, ну, мы долго будем здесь сейчас маяться. Я думаю, что можно использовать ядро попробовать на втором здоровике или на хиллере на каком-нибудь. Мне кажется, даже лучше на хиллере, наверное, ядро. Да, вот Маузера можно, кстати говоря, и заядрить. Заядрить, бодрить. Так. Давайте попробуем. Ядро восстановится в любом случае. Мы его не будем использовать на второй волне. Но у нас защита, как мне это нравится, а? Защита шикарна просто, ребята. Так, Пузанчику, конечно, тяжело его атаковать. Очень тяжело. Нету у него прям такой крепкой-крепкой атаки, ребята. Ну-ка, бам! Да, сейчас еще подлечь его. Три атаки нужно, чтобы ему добить. Но хил, Маузер хилится. Я думаю, что надо ядром его завалить. Давай, ядро используем. Ядро? Мне кажется, рановато ядро. Давай еще попробуем попинать. Ну, сейчас вот еще сейчас... кто-нибудь хил применит. Ну вот сейчас со второй атаки, может быть, и добьем, кстати говоря. А нет, хил, ребята. И полный запас здоровья, да? Да, но тут у нас шансов нету. Только ядром. Ну давай. Но только не Пузана. А, слушай, я пропустил, что у него провокация спала, но ладно. Так, использовали случайно на Пузане ядро. Будем надеяться, что с Маузером у нас будет побольше дамага. Посмотрим, насколько это так. Но они очень часто атакуют, прям, знаешь... Так, опа. О, вот это другое и дело. И выцели, опустошение сделали. Лечится, ребята. Но я думаю, что сейчас со второго раза мы добьем хиллера. Есть большие шансы. И, ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило, ребята. И постоянный хил проходит. Да, вот эти вот назойливые хиллеры. Но... Опа! Да ну тебя, ну и как опять же так, хил. А? Нет, хила нет. Отлично, ребята, отлично. А вот есть хил. Маузер захилился. Ты смотри, по 3000. Сколько же мы его можем пинать-то еще? И опять сейчас хил будет. Да, ребятки, вот такой вот расклад. Тяжело Донни здесь, тяжело. Нам с двумя массовыми атаками. Сейчас будет хил. С двумя массовыми атаками. Да, представляешь? Обалдеть, вот на это да. На следующую волну. Все, сбор. Мне это надоело. Ядро, ребята, только ядро нас здесь спасает. Отлично, все, одного хиллера нету, но массовые атаки применять нельзя здесь. Да, лучше две массовые атаки применить на следующей волне. Иначе мы там вообще никого не добьем. Ни с кем не справимся. Хотя там нету хила единственное. Что... Конечно, если честно, у Донни, мне кажется, немного шансов пройти всех. Да, ребята, здесь мы однозначно застряли, но бывает такое на этой волне, потому что хиллеры все-таки очень-очень здесь прям часто используют свой хил. И они часто атакуют, постоянно они в напряге держат нас, но хорошо, хоть у Донни защита, понимаешь, да. И он держит атаку, вот этот вот напор. Очень хорошо держит, и я надеюсь, что сейчас добьем, но не добиваем, еще одна атака нам нужна, ну-ка... Добиваем! Есть, да. Есть, ребята! Слушайте, я так радуюсь, что мы эту волну прошли. Шикарно, просто шикарно. Я думаю, что две... Хотя тут тоже массовые атаки использовать. Не, надо использовать. Надо две массовые атаки и уже положить конец. Слушай, они уже дебафы накладывают. Ты смотри, что творят. Дебаф пока что накладывают.
Дебаф пока что у нас нет. Не-не, дебафы вот сейчас могут наложить. Но сопротивление, молодец, Донни, молодец, держись, дружище! Да, потому что если будет понижение атаки, это может привести к печальным последствиям. Так, эспрессо, ребята, вход идет и... Ах, хорошо, еще одна массовая атака, надо выдержать. Оп, еще три атаки как минимум. И скорость атаки повышаем. Так, шикарно, шикарно, дебафы не накладывайте, ребята. И еще одна массовая атака, ну наконец-то, до свидания, ребятки. Да даже этого не смогли добить. Остался, один остался, но мы как раз немножечко восстановили эспрессо, чтобы уже попробовать Кренгу Прайму показать нашу чашечку. Зарядить по полной этому Кренгу Прайму. Так, посмотрим, ребятки, делайте ставки, победит ли Донни Кренга Прайма, сможет ли он справиться, пишите в комментариях, а мы попробуем его одолеть. Сложнейшая битва будет, но, знаете ли, я думаю, все шансы у нас все-таки есть. У нас защита повышена, и пока что Кренг просто щекочет нам нервы. Итак, выстрел, ядро летит и 5200. Слабоватенько, однако слабовато, ребята. Итак. Защита пока висит. Защита висит, и это хорошо, но сейчас, мне кажется, она... Ох, да ладно, повысил еще раз защиту! А опустошения фокуса нету, не класса дух наш. Ну да, он другого... Он хитрость, по-моему, класс. Хитрость, конечно, хитрый-хитрый Кренги. Итак. Пробил, критом пробил защиту, ребята. Да, по ходу дела два нет раза. Шанса. Два раза пробил защиту, и единственное, что у нас есть, это вот такие маленькие ядрышки. И меткость понижаем, это хорошо. Неплохо, но все равно 760 урона прилетает. С повышенной защитой, с меткостью, даже, не знаю, хорошо хоть промазал. И эспрессо, ребята, чашечка эспрессо на завтрак нашему здоровому боссу. Посмотрим, 2400. Ох, нету защиты, ребята, можно только на меткости выехать. Да, а вот и все. Все, практически, ребят, практически. Еще одна атака, может, у нам будет, но нет. Проигрывает. Поражение, ребят, поражение. Так долго мы к этому шли. Но что есть, то есть. Донни боролся, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. И до новых встреч в новых видео. С вами была команда Detol. Всем спасибо. Пока. Пока.